Привет, мои хорошие! Сегодняшний ролик будет посвящен косметике. Если интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Сегодня я хочу вам рассказать о косметическом бренде The Balm. Я недавно только лишь начала с ним знакомство, потому что, опять же, в Беларуси он у нас был не представлен, когда я там жила, а здесь кое-где можно заказать. Финский сайт называется Coco Panda. Я оставлю на него ссылочку, там вы можете заказать эту косметику, и даже там бывают скидки на эту косметику. Сегодня у меня такой вот будет разговор, обзор на два вот этих средства. Вот это заказывала я на клубничке, сайт есть такой, а вот это уже на финском Coco Panda. Ну, давайте приступим. Первое, что покажу, это тени для бровей. У меня оттеночек блонд, по-моему, называется. И когда я заказывала, я специально заказывала более светлый оттеночек, потому что вот я не знаю, как у вас. У меня, девчонки, есть косяк, что я постоянно не угадываю с цветами для бровей. И поэтому я заказала блонд. У меня всегда обычно очень темные оттенки, а здесь блонд. Вот так вот это все выглядит. Мне понравился вообще по качеству. Качество достаточно неплохое, но его обязательно, вот эти вот тени, нужно всегда чем-нибудь закрепить, потому что просто так они не держатся. И при любом потом уже дотрагивании до теней они убегают, в общем-то, с вашего лица. Оттенок действительно очень светлый. Вот смотрите, какой светлый, и действительно он подойдет для блондинок. Сейчас вытру об салфеточку. Так. Что хочется сказать, мне он достаточно светлый, все-таки оказался светлый, но у меня вот волосы, как вы видите, да, темноватые такие свои, в общем-то, на данный момент он светлый. Мне кажется, если бы я была блондиночка, может быть, даже и пошел бы мне этот цвет намного лучше. Но как я делаю? Я сначала делаю брови этим цветом, а потом беру уже карандашик и где-то подчеркиваю, где вот мне не хватает вот этого цвета именно карандашом. Вот. И тогда все, в принципе, прекрасно. Поэтому вот вы очень внимательно подойдите к выбору оттенков в этой марке. Потому что здесь вот я немножко ошиблась. Вот. И обязательно помните о том, что закрепить эти тени нужно. Потому что, ну, убегут они с вашего лица, это 100%. Но вот уже покупать, не покупать, смотрите сами. Я вот, ну, покупка так, знаете, вот конкретно этих теней, ну, так, 50 на 50. Вроде бы ничего, а можно было и без них обойтись, и вообще в бюджетной марке еще что-то лучшее даже можно найти. То есть это такая достаточно спорная для меня покупочка. Но следующее зато, это просто моя любовь, это моя находка. Это, по-моему, у меня первый выпуск такой палетки. Есть еще другая немножко разновидность палетки. Если, девчонки, я не ошибаюсь, могу ошибаться. Либо была, либо есть. В общем-то, у меня здесь как бы сбор бестселлеров от этой марки. Мне, кстати, вот я не сказала в предыдущий раз, что мне очень понравилась упаковочка. То есть они картонные, да, но они настолько приятные. Так вот, их очень приятно ощущать в руках, очень приятно держать. То есть, ну, очень классные, конечно, упаковочки. Вот такая вот защитная упаковочка здесь есть. И вот сама, что касается качества. Сами продукты замечательные. Вот я открываю, здесь зеркальце, но хочу вас предупредить о том, что у меня, какой же цвет это у меня здесь? В общем-то, по-моему, вот эти вот розовые румяшки, я услышала какое-то шевеление прям вот в палетке. Думаю, что это такое, понять не могу. Аккуратненько потрясла, смотрю, что у меня выпадает рефил с оттеночком румян. Я его достала, приклеила клеем, и все хорошо. Дальше пользуюсь. Прошло еще пару недель, слышу опять точно такое же шевеление. Я уже знаю, наученная опытом, что это, конечно же, получается, опять что-то вывалилось. И что получается? Хотя я вот, кстати, здесь две помады, давайте о них вот поговорим. Хотя я их и не использую, но смотрите. Та-дам! То есть рефил помадки выпадает. И вот покажу, как здесь было все это приклеено. Вот. Так что это все неудачно. Специально сейчас не заклеила, чтобы вам показать. Ну вот. И, ну вот, что хочется сказать. Конечно, это печально. Все-таки 30 или сколько евро, 40 она стоит, эта палетка. И при этом получить ее, где рефилы могут вываливаться. Ну вот, ну, значит, клей какой-то плохой. Либо мало было этого клея. В общем-то, не знаю. Ну ладно. Это такие небольшие минусы, но о которых я обязана была, конечно же, вам сказать. Дальше, если все-таки мы откроем эту палетку, начнем ее рассматривать, смотреть, здесь очень она классно сделана в плане. Давайте поближе покажу. Ой-ой-ой. Здесь у нас есть, смотрите, хайлайтер, 4 оттенка теней.
Вот это вот, как, о, плохо вижу, раз, два, три румяшки и вот этот один бронзер. Я бронзер мало использую, редко использую, но вы знаете, здесь мне понравилось, что здесь в таких миниатюрках, да, скажем так, все собрано, и это очень здорово. Я думаю, что... Вот давайте я немножечко опишу свое мнение, отношение к этой палетке. Потом все-таки я увеличу съемку и только вам лишь вблизи покажу все свотчи, всякие фотографии, связанные с этой палеткой. В общем, все-все-все вблизи покажу, потому что все-таки эту красоту нужно рассмотреть. Я вообще... И я скажу так, что я люблю больше видео и снимать, и смотреть. Например, если какие-то меня средства интересуют, я их люблю вблизи все очень-очень подробно и классно рассмотреть. Поэтому сейчас мы тоже перейдем вот на такой вот как бы режим, да. В общем-то, давайте я по своим ощущениям скажу. Мне понравились, давайте начнем с румян. Здесь их три оттенка. Мне понравилось, что я действительно от этой марки могу в одной палетке попробовать три оттенка румян. Самый больший меня оттенок интересовал Hot Mama. Так, вот он. Это самый первый, потому что он мне казался невероятной красоты, и действительно он меня не разочаровал. Он потрясающе, наносится хорошо, в нем такой сатин какой-то, блеск есть. Растушевывается хорошо, если вы чуть-чуть переборщили, это просто класс. Второй румяна розовый. Я думала, что они самые-самые бесполезные для меня, ну вот в серединке, да. Но вы знаете, каково было мое удивление, что все-таки на лице они тоже хорошо очень смотрятся. Они очень освежающие оказались и интересные. Хотя мне казалось такой очень плоский цвет. А нет, по факту оказались интересными. Третий оттенок меня тоже безумно интересовал, потому что он такой вот холодный оттенок, да. То есть такой достаточно яркий. С ним очень сложно, потому что его можно переборщить. Поэтому вот прям набираете, прям немножко стряхиваете кисточку, а потом только наносите. Но все равно на лице он потрясающий. Он такой великолепный. Это сказка. Честно, вот конкретно эти три оттенка румян по текстурам, по цветам, по передаче, по тому, как держится это все на моем лице, очень мне понравились. Это какое-то безумное классное качество. И мне нравится то, что все-таки на горизонте мелькает то, что я, наверное, смогла бы их доиспользовать. То есть, потому что здесь очень маленькие рефилы. Здесь не 5, не 7, не 9 грамм, согласитесь, а меньше. Поэтому, то есть, если все-таки через несколько лет я их доиспользую, то какое-то удовлетворение у меня будет от покупки. То, что я купила и смогла это доиспользовать. То есть, ну, меня это очень привлекает и нравится. Что касается бронзера, я бронзер, ну, редко, очень редко использую. Это бывает под... Ой, случайно. Это бывает под настроение. Но здесь бронзер действительно, он какой-то такой не рыжий. И он хорошо ложится, хорошо растушевывается. То есть им, этим бронзером работать хорошо. Я теперь понимаю, что не зря девочки, вот это Bahama Mama, наверное, правильно, да, я произношу Bahama Mama, не зря все-таки девочки очень хвалят эти бронзеры. Что касается Mary Lou, это... хайлайтер, он у меня еще чуть больше версии, там тоже не полная версия, но она все-таки чуть больше, чем вот это. То есть у меня сейчас получается как бы два рефила именно этого хайлайтера. Но он очень мягкий, нежный, классный, наносится хорошо. Он, знаете, его не видно из космоса, как модно говорить, да, у нас на YouTube. Вот, и что касается вот этих теней, то у них такая, знаете, потрясающая текстура. Они тоже очень удобны в применении. Вот прям, знаете, они меня покорили. Цвета, конечно, очень красивые. Получается, в палетке так интересно, что тут некоторые цвета теней я люблю использовать с некоторыми цветами румян. И тени, конечно, великолепны. Здесь вот, например, есть... Они очень мягкие, кстати, что меня вот очень удивило. Я слегка даже вот дотронулась до этого рефила теней, и они раскрошились тут же. Когда их пальчиком трогаешь, они действительно такие мягкие-мягкие. Но при этом они хорошо ложатся, без базы отлично держатся весь рабочий день и даже больше. И смотрится очень богато. На самом деле богато на глазах смотрится. Например, вот этот серый оттенок я... на него вообще никакой надежды не возлагала. Ну, как бы, ну, серый-серый. То есть я не отношусь прям к любителям серых цветов, а здесь он так классно лежит на веках, так смотрится потрясающе, что я была покорена. Ну, а помады я не пробовала. Ни одну, ни вторую. Только вот сводчи сделала. Вам вблизи я тоже сводчи сделаю, чтобы вы увидели и поняли. Надо, не надо.
Потому что что помады, что вот эти средства и по отдельности, и в каких-то других палетках можно найти, купить. Может быть, вы в данный момент конкретно эту палетку рассматриваете. Поэтому вот я, не знаю, если вы спросите у меня, да, вот если бы вы меня спросили, если бы у меня ее сейчас не было, купила ли бы я ее? Да, девчонки, я бы ее купила 100%, потому что... Ну, все-таки я для себя эту марку открыла. И вообще, в одной палетке, если вы, как и я, не были знакомы до этого с этой маркой, да, то есть вы можете купить эту палетку и столько разных текстур, цветов посмотреть, ну, это здорово. Так что, если вот делать вывод, конечно, я безумно довольна, что у меня эта палетка появилась. К теням для бровей есть, конечно, вопросы, претензии, но палетка... Собранное вот это вот, это что-то нечто невероятное и потрясающее. Ну вот такой был у меня обзор, надеюсь, он был вам полезен хотя бы чуть-чуть и интересен. Если да, то, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч, пока-пока!